В Бресенском районе республики выявили бешенство. Подозрение вызвала лисица, которая необычно себя вела. Она забегала во дворы хозяйств, охотилась за курами и подралась с собакой. Что, по словам специалистов, здоровое животное никогда не сделает. Хозяин собаки вынужден был убить лисицу, после чего вызвал специалистов. Ветеринарными специалистами труп лисицы упаковали в двухслойный мешок и направили в республиканскую ветеринарную лабораторию для исключения бешенства. Бешенство подтвердилось. Ветеринарными специалистами учреждения ВПХ провели дезинфекцию, будут отобраны пробы. Наложены ограничительные мероприятия на село Климово. В населенном пункте не разрешается проведение выставок, перемещений животных, собак.